Добре, тоді ми йдемо далі. І команда під номером 4 у нашій таблиці – це «Динамо» від «Рапни». І, Вас, що ти скажеш про цю команду? Я думаю, вона теж тобі близька. І ще одна команда інтересна, чим-то похожа на «Сталс». В этом сезоне ребята резко изменили отношение к турниру. Окунемся немного в историю. В 2008 году команда выиграла чемпионат КФР. Ребята хотят добиваться в футболе большего, заявляются на город. Всегда игроки команды участвовали в разнообразных пляжных турнирах, мини-футбольных и так далее. За два года, можно сказать, они наелись футболом. И организатор команды КФР Женя Иваненко решил это все прекратить. И заниматься командой исключительно крестьянской футбольной лиги. Если мы посмотрим на игроков «Динамо» от Рады, которые выходят на полях ФР, то мы увидим там много известнейших лиц, которые завоевывали золото 2008 года. И вот сразу так на скидку, прошу прощения, если всех не вспомню, но сразу же вижу Волотаря Рубана, великолепного защитника Евгения Иваненко, на мой взгляд, это сейчас один из лучших центрбеков лиги. Братья Маленюки, Бокач, Бурмистренко вспоминаются. Кроме того, команда очень серьезно усилилась. В этом году за них стал играть очень сильный нападающий Владимир Куликов, который, по слухам, выступал за одну из команд Калининградской Балтики. Человек такая, в хорошем смысле слова, машина за 100 кило. Совладать с таким нападающим очень сложно. Плюс этот человек в команду привел еще несколько перспективных игроков. Я знаю, что в конце прошлого сезона уже началась наигрываться команда на сезон этот, а именно Женя Иваненко понимал, что его команда с возрастом стала медленнее и привлек в свою команду ряд новых быстрых игроков. Например, сейчас левым и правым хавами играют такие быстрые перспективные ребята, как Дима Король, известным по выступлениям, когда-то выступал за «Динамо», за «Печерск», и Богдан Величко, парень из команды «Отрадный», который, я знаю, играл за «Динамо» на горах, очень классно проявил себя в зимних мини-футзальных турнирах, поэтому команда сбалансирована, команда очень удачно сыграла с лидерами, она поделила очки с Самсоном, сыграла в ничью с Даницей, просто вынесла «Сия», вынесла «Сталс», там два счета по 4-1. Но четвертое место команда обусловлена тем, что, естественно, любое вливание новых людей требует все время на притирку, на сыгранность. И были такие странные результаты, как ничья 0-0 с «Аяксом», ничья с «Легендой», ничья с «Хелсом». Я думаю, что во втором круге эти проблемы должны исчезнуть. И я все-таки считаю, что «Динамо» однозначно должно быть как минимум в пределах в этом сезоне. А проигрыш «Благодати» у себя на поле 1-4? Было несколько результатов. «Благодать», ну, во-первых, «Благодать» собралась хорошим составом. «Благодать» не зря два года становилась чемпионом. И был еще один результат необъяснимый, это проигрыш «Нью-Лайфу». 3-4 на своем поле, но это не может объяснить никто. Ну, что же говорить, что «Нью-Лайф» это особенно. Команда «Нью-Лайфа», да, но... «Благодать» действительно в том матче оказалась сильной, но команда сейчас очень настроена серьезно на ХФР, и я считаю, должна прибавлять. Плюс команде очень серьезный организатор, я знаю, что несколько людей ему помогают, тот же Владимир Куликов, знаю, оказывает очень серьезный. А почему Бурмистренко начал забивать меньше? Я не сказал, что меньше. «Динамо» играет в очень командный футбол. Появился Куликов. Я бы даже сказал командный, но он примитивный очень. То есть, из того, что я вижу, «Динамо» отрадно, достаточно играет примитивный футбол. Может, для крестьянки этого и хватает, но я не видел за последние, там вот, с 2008 года у команды вообще какое-то изменение. Это больше напоминает, как бы, это, ну, то есть, это выносы. Это простые какие-то передачи, это защитники, если что, там не сохранить мяч, куда-то его ударить. Но команда, которая хочет бороться за какие-то серьезные вещи, это не должна так играть. Хотя это и дает результат. Но просто если у команды как бы есть серьезная уже традиция и уважение к себе, да как-то, если она пойдет именно в этом направлении, я думаю, тогда только она сможет делать. Все-таки с тобой не соглашусь. Ну, по крайней мере, из тех, что я играл видео, я на себе почувствовал в игре за «Сия». Нас там разрывали и в короткий пас, и в средний пас, и в длинный. То есть, возможно, она играла так с «Интером», но в команде достаточно техничных игроков. Тот же Ха, тот же, чуть не сказал Хави, Антон Маленюк исполняет роль Хави.
интересная система, у них довольно-таки медленные защитники. Два не быстрых центральных полузащитника, но очень быстрые края. Король и Величко, которые могут очень быстро обижаться, мячом двигать, мяч сделать. Ну это да, новые игроки, может быть. Силовые форварды. И опять-таки, как и многие команды, команда стремится использовать в первую очередь свои сильные стороны. Все-таки вот интересный матч был, интереснейший матч со Страузом, например, где по игре все было поровну, но за счет мощи игроков Динамо возглавило Страуза. 4-1. Если бы одинаковые антропометрические данные, еще бы неизвестно, чем закончился матч. Яка посідає позицію номер 3, чи як правильно потрібно сказати, щоб було гарно, щоб не образити команду. Команда тікарний чемпіон ХФ. О, тут да, тут уже сказав, сказав просто. Только для мене неожиданно, я не помню, щоб ударні це було після 15 ігор 4 нічі. З чим це зв'язано, Саш? Ти хорошо знаєш? Ну, я не знаю, з чим це зв'язано конкретно 4 нічі, но я хорошо знаю, що ударниці в этом году очень серйозні проблеми. Вони начались ще в прошлом году. Проблема связана, в принципе, об этом Богдан, когда был у нас на передаче, он говорил. Есть пресыщенность игроков футбола. То есть люди просто не хотят играть. Причем они не хотят играть ни на город, они не хотят играть в ХФЛ, они не хотят играть в футбол, по сути своей. То есть я был на нескольких играх, и вот буквально несколько дней назад Дарница играла с СЕА, и... В команде было на момент старта было ровно 11 человек, причем 11 это был тренер. То есть Олег, который там, скажем, последние 2-3 года особо нас не баловал своими выходами на поле, а в этом году я вижу его на поле уже третий или четвертый раз. Это говорит, в общем, о нездоровой ситуации, и Богдан это понимает. И сейчас планируется серьезные кадровые перемены, в частности, уже перешел из Березняков туда Малиновский, нападающий наш. Скорее всего, за них будет выступать Антон Ковпак, тоже бывший наш футболист. Вот. То есть там будут вливать свежую кровь, потому что то, что там происходит сейчас, ну, не приезжают люди, на которых делается ставка. На игру СЕА не было двух опорных полузащитников. В итоге опорного играл Олейник, который, ну уж извините, кто угодно, но он не опорный. Он крайний полузащитник, он нападающий, но надо играть последнего. Но позиция опорного полузащитника для такого игрока, как Олейник, это и позицию убить, и Олейника убить, по большому счету. А вот, ну и результат, соответственно, вот такой. Поэтому ничего удивительного нет. Так, а в чем глобальная причина таких вещей? В чем глобальная причина? Никто не понимает, в чем глобальная причина. Но люди просто... Ну, потепление, возможно, глобальное за себя. Люди не хотят ездить. То есть, причем не хотят ездить даже за деньги. Я не говорю сейчас о турнире ХФЛ, я говорю о первенстве города, где платятся какие-то деньги. Люди все равно не приезжают. То есть, скучно, надо... Ну, мне нужны деньги. Ну, я вот, наверное, впервые в передаче не совсем соглашусь с Александром. Ну, то, что я не знаю, какая обстановка в команде. И действительно, факт остается фактом, что Дарница, возможно, не такая мощная, как в те времена, когда она завоевывала чемпионство. Но, тем не менее, команда делит вторые и третьи места. Она обогнала такие коллективы, как Интер, Сталс, Динамо Отрадный. И вот мы, допустим, играли даже с таким неосновным составом. За весь первый тайм мы фактически не могли перейти половину поля Дарницы. Возможно, это и проблема, что у них нету двух опорников. Но тот же Виталий Колейник, сказать, что он то угодно как не опорник, он дирижирует всеми атаками команды. Человек дает просто сумасшедшее количество точных передач. Там, процент точности зашкаливает за 90%. Я скажу честно, я такого игрока вообще не знаю в ХФЛ. И, конечно, возможно, по критериям организатора команды Богдана Чичи, и, возможно, тем, кто привык видеть всегда Дарницу на вершине, можно сказать, что у команды глобальные проблемы. Но сказать, что там просто все так плохо и надо буквально там резкие кадровые изменения, я как человек со стороны не могу. Ну, я провел с Богданом просто два последних дня, поэтому получил от него очень много интересной информации. Дело в том, что я же не говорю, что Олейник плохо играет опорного. Я просто говорю, что он эффективнее на другой позиции. Вот в чем вопрос. А, допустим, Фирук, у них есть прекрасный опорный полузащитник, который вместе с мячом ноги оторвет. Вот. Так он нормально используется на этой позиции. Если человек не приезжает на игры, то это уже вопросы к нему. Ну, это вопрос мотивации. Да, да, только вопрос мотивации и все. То есть у команды нет мотивации на сегодняшний день. Возможно, ее нет у самого Богдана. Да, возможно, действительно у Богдана немає. А мы идем далее. И команда, яка посідає на сьогоднішній день друге місце,
Команда Сия. Сейчас хотел спросить Ваню. Вань, ты чувствуешь дыхание Сия тебе в спину или нет? Расскажи в двух словах. Знаешь, я думал, сейчас скажет Вася, а потом добавлю, вот это точно бы он у меня не забрал. Что я хочу сказать, что когда мне говорили, мы были на игре с Интером, вот когда Интер обыграл 1-0 Сия на Нивках, и Сия играла в десятером, более того, что Вася Джу слышал там, на полуноге, и справа играл тоже человек, видно было, что он на травме. Петрук играл последнего, в общем, был супер экспромт. Вот, мы посмотрели первый тайм, счет был 0-0. И все сказали, ну, ребята, с которыми я сидел, сказали, ну, что это за команда, вот, ну, они не будут ни за что бороться. Я говорю, вы не знаете Сашу, не знаете эту команду. И когда вот команда выдала блестящую серию, завершающий там, я не знаю, 6 или 7 побед подряд, я не знаю, я уже сбился со счету, честно говоря, сколько они мячей забили. Вот, я сказал, вот вчера мы общались, я говорю, я же вам говорил, что Сия еще вернется, говорю, в эту гонку. То есть для тебя это не сенсация? Для меня не сенсация, для меня просто немного непонятна ситуация. Вот Саша давал в конце прошлого года интервью и сказал, что создается вторая команда, по примеру Самсона. Мы будем наигрывать резерв. Я смотрю этот резерв, который 95% первой команды. Я не понимаю, Петрук, Банников, Калинин, они в резерве чего? Ну, в они... Это надо у Васи спросить. И вот Вася так расхваливал вот победу Динамо Отрадного над Сия 4-1. Ну, ребята, ну извините. Если я приехал посмотреть игру Самсона 2, и так получилось, что Самсон 2 играл перед Сия 2. Да, с Подолом сыграл Самсон 2, и я товарищу говорю, давай собираться, поедем на Петропавловскую борщевовку, посмотрим игру Динамо Сия 2. Он говорит, подожди, так Сия вот, они же только выходят на поле. Смотрю, действительно, весь основной состав Сия, ну пусть без четырех человек, вышел играть с Подолом, провел очень тяжелую игру на земляном, довольно неровном поле, выиграл 1-0. Приехали ребята, выскочили с машин и со свистком пошли играть на синтетическом поле. Вот. Приехали к команде, которая очень серьезно готовилась, проиграли 4-1. Для меня здесь ничего удивительного нет. И как-то оценивать здесь, что их обыграли, по-моему, здесь проигрыш чисто организаторский. Поэтому для меня не очень понятно, какие вот приоритеты ставит команда. То есть либо это сидение на двух стульях, а мы знаем очень много фраз, ну, про два стула. Либо где тут второй состав? Ну, вот, ты помнишь, Вася когда... не попадает во второй состав. Вася только в первый попадает. Когда надо было Чайка, у них был подход, ну, другой. Они старались вторым составом выиграть первую лигу, вылетали из высшей и заходили обратно. Это я понимаю. А здесь команда. И ну, там и там борется за первый. Ну, вы знаете, с одной стороны, я могу понять Сашу, потому что у Саши есть позитивный опыт борьбы, немного другой. То есть, когда в прошлом году Сия заняла третье место в высшей лиге, Сия 2, по-моему, заняла второе место во второй лиге, правильно? Да, за Спарта они были сразу. То есть, ну, ребята привыкли получать медали в разных лигах. Но при этом играют одни и те же ребята, дай бог, чтобы им хватило сил и здоровья. Но иногда бывают игры в один день, иногда бывают... Тем более мы знаем все, да? Они очень серьезно после первой игры настраиваются на вторую. Вот, там серьезная подготовка идет. Вот. Ну это у Вася надо узнать о здоровье. Ну да? Вася не попадает во вторую команду, я не знаю почему. Да, он не готовится. Вася, для тебя второе место это сенсация? Он наивно разминается в первой команде. Да, я скажу честно, для меня это тоже в какой-то степени сенсация, потому что, конечно, старт сезона у команды был уникальный. Команда провела очень качественную предсезонную подготовку. Скажу честно, я никогда так качественно не готовился к сезону, как все. Мы играли в Кончезарске, играли в Козине. Ребята играли на улице, играли ряд мини-футбольных турниров. То есть к сезону подошли готовыми. Сыграли первый матч со Старзом. Помню, температура до сих пор минус один. Команда выдала отличный матч, при главной игре нам удалось победить. А потом начались остальные лиги, причем надо понимать, что ребята заявились не только в первую лигу, а заявились еще в Киевскую мини-футбольную любительскую лигу, которая тоже играется по выходным сразу за стадионом Дарницы. И кроме того, началось потепление.
А ребята все отличаются тем, что это все люди личности, они максималисты. Они хотят взяться в жизни все. То есть каких-то ограничений у них не было. Естественно, после, чтобы, знаете, пословицу, хорошо работать, надо хорошо отдыхать. Вначале так получалось, что первая лига и мини-футбольная лига играли в субботу. Естественно, ребята после этого хорошо отдыхали, и после этого хорошего отдыха им было архисложно играть в воскресенье. А какой средний возраст команды? Где-то? Средний возраст команды где-то 21-22 года. А, ну, если это в таком режиме 22-23-24 у большинства. И, как мне показалось вначале, у ребят пошли победы в первой лиге, мне показалось, что чуть ли приоритетом, чуть ли не отдан первой лиге. Мне, конечно, было обидно, потому что я там не играл. Не попадаешь. Да, я там не попадаю, меня не берут. Зато берут такие матчи, как вот нас просто размазал по стенке Самсон на своем поле 4-1. Уничтожила Благодать 4-1. Последняя, вот еще какая-то команда у нас тоже Самсон. Динамо Отрадный 4-1. Это тот матч, о котором рассказывал Ваня после первой лиги. И самый пик кризиса, это была игра с Интером, когда на игру приехало 10 человек, и из них не два было травмировано, а два, скажем так, думали, может, мы посидим, кто-то другой поиграет в таком плане. Ну, честно говоря, тогда, после это было после 9-го тура, без двух перенесенных игр, команда занимала 8-9 места, и никаких перспектив абсолютно в команде не просматривалось. Потом следующая игра с Нью-Лайфом. Я прихожу и смотрю, все ребята в адеквате. Я аж испугался, честно говоря. Выходим на поле, я не знаю, что им сказал Саша. Скорее всего, ребятам это надоело, они вполне амбициозны и действительно захотели играть в футбол и добиваться. Я не знаю, скажу откровенно, что там произошло. Есть подозрение, что все-таки Саша Банников как-то с ребятами поговорил. И потом до конца сезона ребята приезжали в боевом состоянии. Нам повезло, что после Интера попался разобранный New Life, попался Катлан, они дали две крупные победы. Начался потихоньку сыгрываться состав. Ребята начали прибавлять буквально от матча к матчу. И мы в оставшихся, получается, 8 матчах выдали бесподобную просто серию. 7 побед, 1 несчастье. Особенно очень важная была игра с Давницей. Важно в том плане, что мы, по сути, проиграли всем лидерам, причем проиграли разгром. Действительно, очень было интересно, как мы будем выглядеть с командой, которая идет на втором месте. Слава Богу, для нас все получилось хорошо. Ну и я жалею только об одном, что сейчас наступает летний перерыв. Нам бы сейчас играть и играть, потому что команда сейчас на ходу. То есть на первой лиге вы можете еще играть. Люди не попадают. Люди собираются, бегут. Ну а сейчас 2 месяца, я думаю, для нашей команды это все-таки много. В конце сезона ты нам откроешься, конечно, Саша Банников сказал. Я надеюсь, хорошо, я надеюсь. Я надеюсь, что все-таки продолжим в том же духе, потому что все, чем отличаются, там действительно очень сильные игроки и фанатично любящие футбол. Почему они заявились во много турниров? Это не из-за того, что они хотят... Просто очень любят футбол. Они просто, им надо постоянно играть. Они любят играть, это действительно их смысл. Там, а Самсон тоже любит футбол? Там многие в плане футбола просто психи. А причем они там психи как в плане футбола, так и в плане отдыха. Главное находить баланс. Если баланс будет найден, то, конечно, команда очень перспективна. А с легендой почему мне чувствую играли? Сильная легенда? Ой, с легендой была интересная ситуация. По-моему, вы играли ночью. Там это же была очень интересная. Комплименты легенде, они должны были выиграть в матче. Но все-таки тот факт, что игра закончилась где-то минут 20-12 ночи. Все-таки освещение на Давнице не супер. И, конечно, я уверен, что ты сыграла свою роль. Окей. Так і получилось. Команда, яка на сьогоднішній день, займає перше місце, що вдасться їй втриматись на цьому місці по закінченню чемпіонату, ну, хотів би задати це питання Бондарчуку Івану. Як ти вважаєш? Що вдасться? Я звиняюсь, спочатку дадим ветерану в КФЛ пару слов все-таки. Вот. Он много видел команд на першому місці. Ветеран, пенсіонер. Пенсіонер, так, да. Звертаюся.
Молодым, бодрым хлопцам. Саш, Александр, насчет отделения многих команд на первых местах, вот как ты считаешь, ну, чем отличается Самсон от этих команд и какие перспективы? Ну, на самом деле, каждая команда, которая занимала первые места, я имею в виду за вот те годы, которые я в лиге, каждая команда, у нее был свой отличительный стиль, поэтому сложно так сказать, вот, что Самсон лучше или хуже. Одна команда исповедовала, там, допустим, как Дарница, там, комбинационный футбол, другая, как то же самое Динамо, брала атлетизмом. То есть Самсон берет прежде всего организованность. Начнем с того, что хорошая сборная и группа, постоянно 22-23 человека приезжают, люди не обижаются, если они выходят на поле на 10 минут, я, по крайней мере, со стороны вижу. Вслух не обижаются. Вслух, по крайней мере, да, не обижаются. Но я тебе скажу, очень редко люди обижаются, когда команда выигрывает. Ну, по крайней мере, нормальные. Они молчат, в основном. Да. Да. Тут как бы горячий говорит, все молчат. Потому что команда дает результат. Самсон дает результат. За счет чего? За счет, я же говорю, прежде всего, высокой организационной составляющей. Мы вот играли две игры, у Самсона не было каких-то игроков, которых я как бы знаю, того же Пономаренко, я так и не увидел в игре против Березняков. А я очень его боялся, у меня защитники медленные, достаточно возрастные. Этого не было, ну ничего страшного, Самсон и без Пономаренко справился. То есть это говорит о том, что в команде мало того, что хороший сбор, в команде есть по несколько человек на одну позицию более-менее одного уровня. Так что Самсон все заслужено. Смотрите, ты согласен? Планово шел. Все заслужено? Ну, заслуженно, не заслуженно будет видно в конце чемпионата. И я не знаю, я готов занять незаслуженно первое место, пусть говорят, что будет незаслуженно. Самое главное, чтобы у нас было больше всех очков. Вот. На самом деле, я думаю, что команда провела довольно-таки неплохую первую половину сезона, но мы вчера собрались, мы обсудили, мы все прекрасно понимаем, что это только первая половина сезона. То есть никакого там салюта не было, никакого фейерверка, никаких там эмоции, то есть все понимают, что еще очень тяжелая часть сезона впереди. Конечно, обидно, что мы, наверное, потеряли там, где мы не должны были терять. Хотя, с другой стороны, вот мы вчера говорили, я говорю, мы приобрели там, где, наверное, могли не приобрести. Валя, та же игра с Березняком. Супруги ругают за проигрыши? Вот вчера у нас человек получил желтую карточку, потому что жена его вызвала в спорт. Ну я говорю судье, но за такое можно не давать, потому что жена может и красную дать из дому мужу. Вот. Но на самом деле, честно говоря, мы стараемся, у нас в команде железное правило. То есть те, кто думают, что и говорят, что вот нам тяжело, мы играем на 3-4 фронта, а Самсон играет на один фронт. Я понимаю, что есть зависть, есть какая-то боязнь, есть там еще какие-то интриги. Ну, давайте, ребята, смотреть правде в глаза. Наверное, лига у нас любительская, и люди, которые достигают определенного уровня, которые готовы играть за деньги, которые к чему-то стремятся, они, как правило, стараются играть на более высоком уровне. Некоторые люди играют в двух-трех командах. Вот. Но мы общались, и мы договорились, что у нас приоритетом будет Самсон. И мне очень приятно, что у нас есть такое, прежде всего, если мы будем говорить про залог успеха, того, который есть. Я считаю, это успех, пусть промежуточный, мы все понимаем, что промежуточный. Прежде всего, те отношения, которые налажены в команде. Отношения дружеские, отношения взаимодоверия. То, что говорил Саша, действительно у нас очень хороший сбор. И мне очень приятно, что у нас минимально возникают вопросы у людей. То есть, понятно, все хотят играть. Все хотят играть. И летом было настоящее испытание, наверное, для нашей команды. Потому что, вот, например, на игру с Березняками, особенно на вторую, у нас отсутствовало 6 или 7 исполнителей, которые играют в основном в составе. Вот. И было очень приятно, что выходили люди. Вот вчера, допустим, мы играли перенесенную игру с Хелсом, но забили два мяча люди, которые очень-очень редко выходят в составе. Они забили первые два мяча. Вот. То есть очень приятно, что есть это единство, есть монолитность команды. И для меня, честно говоря, это даже выше, чем какой-то спортивный результат. То есть тот клуб, который создан был усилиями
там, 3-4 человек, плюс понимание 50 человек, то есть у нас есть 60 человек на сегодняшний день, это единая такая монолитная машина, 3 состава, есть взаимопонимание, есть взаимоподстраховка, я думаю, это намного выше, чем какой-то спортивный результат. Ну, как ты сказали, что твоя команда является семьей, да? Я вот хотел Лёшке задать, наверное, последний вопрос. Лёш, как ты считаешь, разница между Самсоном и Сиэздарницей в 5 очков, то есть реально команда обогнает Самсон? Или это уже большая разница? Сказать, я очень сейчас не завидую Ване, потому что как бы они на первом месте, да, есть отставание, но сейчас все команды настолько настроены на Самсон. Вот у нас Интер как бы настроен. Мы, вот, мы проиграли 3-0, мы хотим при любом раскладе. В новой форме. В любом случае, пятиочковый отрыв никогда в нашей лиге не было. Единственное, что я хочу сказать, проблема, что если Сия будет собранная, как она сейчас, а не как она была в начале, да, если Дарница найдет каких-то исполнителей, да, вроде бы Динамо, у них все хорошо, да, Старс команда достаточно нестабильная, поэтому, наверное, никогда как бы чего-то серьезного не добивалась, потому что все время там у них какие-то смены организаторов, то все, Интер пока не на том ходу, чтобы составить там конкуренцию. Поэтому вот реально, так сказать, какого-то конкурента серьезного я не вижу. Но учитывая, что очень сильная первая семерка команд, то могут, и все будут насрать, то могут отобрать действительно очки. Вот могут. Вот для меня вообще было откровением, да, что вот, например, Сия там, в конце концов, обыграет Дарницу там и выйдет, и там получилось еще пару таких результатов необычных. И действительно, если сейчас Сия и Дарница, и Динамо, как бы, и Старос, все как бы отнесутся к этому серьезно, то Самсону будет очень тяжело. Но действительно, тоже единая монолитная команда. Я еще хотел вот не дали сказать, про благодать немножко, мне не то, чтобы не дали, не дали, рассказал, что два раза быть чемпионом подряд, это очень уровень. И благо, я считаю, то есть вот Динамо было чемпионом, да, мы были на втором, и потом мы скатились там на десятый, то есть все. И вот Самсон в прошлом году стал на втором месте, да, на третьем мы как-то закончили. И опять сейчас борется за те же места, это уровень. И команда, если еще сможет и в следующем сезоне играть на таком уровне, это действительно очень большой плюс для этой команды. И действительно, то, что подтверждение скажу, Самсон силен организационно. Я считаю, каждый организатор команды должен стремиться к тому, к чему сейчас пришел Самсон. То есть мы находимся, там, Интер от этого, она, я считаю, года на 3 находится, 4 дальше. Некоторые команды еще об этом и не думали. Но реально в ХФЛ чего-то добиваться может только вот таким вариантом, как Самсон. Мое мнение. И это правильно. Это любительские турниры. Должны люди с общими интересами. И единственное, что да, как удается действительно игрокам, чтобы не приезжало 30 человек и не все играли, наверное, это просто не первый год возник этот вопрос. Наверное, он как-то обсуждался. И все к этому привыкли. То действительно, ты приезжает кто-то болеть, а кто-то играть. И все рады выиграть. Дело в том, что они тренируются. Они не просто раз в неделю приезжают и сидят, ну, понятно, что тренируются, конечно. Все зимние недели могут полноценно заменить исполнителя. Еще один момент хотелось бы добавить. Вот Ваня рассказывал, что для меня самое главное, это для него в смысле атмосфера в коллективе. Я, конечно, уверен, что это главный момент, но так как Самсон подошел к сезону, я все-таки уверен, что на первом месте был все-таки результат. Потому что Самсон не просто мощно стартовал, а первые 5 туров он команды просто громил. Это не первые, все первые 5 туров, это просто разгром своих оппонентов. В каждой команде есть просто сильнейшие исполнители на воротах. Максим Круглов, по-моему, да? Круговой. Максим Круговой, сильнейший воротарь. Защитником является, на мой взгляд. Женя Мельник, капитан команды. В полузащите выделяется Лучук, один из лучших центральных полузащитников. Максим Пономаренко. Это вообще отдельный разговор. То есть, на мой взгляд, на сегодняшний день ситуация в турнирной таблице такая, что остановить Самсон может только сам Самсон. Команда действительно выделяется на фоне всех остальных, и если она сама себя не потопит, а пока не видно, как она может это сделать. Имея две команды, это действительно уникальное явление для лиги, когда команда имеет еще две, которые работают на главную. Поэтому пока, к сожалению, интрига просматривается во всех, в борьбе за все позиции, кроме чемпионства. Ну что ж, ось таким ось був аналіз першого кола вищої КФЛ. Дякуємо всім, що були з нами. Сподіваємося, що вам все сподобалося.
Хлопці. Ну і дякую вам. Все, до побачення. Ви з боку стоїте. Всі мають слово, так? Ну, вже хто-то отримав.